Хлебопекарный завод ТОО «Тюлькубаснан» был открыт в марте 2015 года. По программе «Карта бизнеса 2020» при содействии фонда «Дому» предприниматели получили льготный кредит от Халык-банка под 6,5% годовых. Кроме 146 миллионов, полученных от банка, учредители вложили 90 миллионов собственных средств. Завод «Тюлькубаснан» за год сумел нарастить производство и теперь обеспечивает хлебобулочной продукцией 60% потребителей района. Кроме этого, работой обеспечено 40 местных жителей. Цены на продукцию завода доступны и приемлемы для населения. Так, булка хлеба стоит 40 тенге при себестоимости 37 тенге. Завод оснащен современным оборудованием турецкого и российского производства. В ассортименте выпускаемой продукции – белый, серый, ржаной хлеб, а также сайки и булочки. Муку для производства хлеба поставляют мукомольные комбинаты Караганды, Петропавловска и Южного Казахстана. Производительность завода – 25 тысяч хлебобулочных изделий в сутки. Муку из разных регионов мы смешиваем, так как для школ и детских садов нужен хлеб высокого качества, который полезен и долго может храниться. Теперь в планах предпринимателей – довести мощность кондитерского цеха с 500 до 1500 килограмм, а затем и выйти на рынки Тараза, Шымкента и районов области.